моей России светлые реснички, у моей России голубые очи. На меня, Россия, ты похожа очень. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. Зрители, мы рады приветствовать вас в этот солнечный летний день. Сегодня мы хотели бы порассуждать о значимости каждого дня нашей жизни. К сожалению, иной раз они проходят незаметно. В быту их называют серыми, но о них мы сегодня говорить не будем. Минувшая неделя была насыщена значимыми событиями, как в масштабах страны, так и в жизни каждого из нас. День России был одним из самых ярких и значимых дней минувшей недели. Подробности празднования в нашей сегодняшней передаче. В эфире программа «Всем». День независимости России – один из самых молодых праздников в нашей стране. 12 июня 1990 года была провозглашена российская самостоятельность. Именно в этот день принята декларация о суверенитете. От этой даты можно вести отчет начала становления новой российской государственности. С праздничной линейки начался День независимости в Орленке. На ней присутствовали более 2000 человек. Сотрудники центра, мальчишки, девчонки шести лагерей, почетные гости. Я очень рад, что эти слова мне приходится сегодня говорить вживую вам, а не с экрана. И для меня по-настоящему праздник, любой приезд в Орленок, а особенно в День России. Вы большие молодцы, что знаете гимн. Вы большие молодцы, что чтите государственный флаг и все символы нашего государства. Будьте успешными, будьте счастливы. Удачи вам, с праздником! Этот праздник сегодня многие считают новообретенным. Но нельзя забывать о многовековом историческом пути России к утверждению своей державности, к завоеванию позиций сильного государства от Тихого океана до берегов Балтики. Россия – великая страна и с огромным количеством юных дарований. Вот сегодня собрались и юные техники, и юные шахматисты, и юные любители театра. Причем вы видели какие-то талантливые, удивительно талантливые дети. Вот. Я хотел бы пожелать нашему юному поколению оптимизма, чтобы они верили в свою страну. Вот когда произносят слово «эта страна», это уже страшно. Вот когда дети знают, что это их страна, это наша страна, наш общий большой дом, который нужно строить и делать его красивым и замечательным. Вот после сегодняшнего праздника хочется верить в будущее России. У России есть будущее, великое будущее. Сегодняшние мальчишки и девчонки знают, что независимость России – это свобода. Свобода слова, избрание дела и будущего своей страны. Юные техники не просто создают новые модели. Каждая из них мечтает выступить за Россию на международных соревнованиях и сменить Шумахера с пьедестала славы. А пока они осваивают науку и технику. Как проходит курс обучения езды на таких сложных машинах? Ну, сначала учат трогаться, потом переключать скорость, и все это вот. Более и более. Ты уже ас в этом деле? Почти что да. Это, наверное, один из самых таких настоящих мужских видов спорта. И он требует для того, чтобы достичь успеха, сочетание самых разных качеств. Здесь необходима и физическая подготовка, и прекрасные нервы, и качество спортсмена-гонщика. Но всего этого недостаточно, если не будет хорошо подготовлена техника. Поэтому ребята не только гонщики, не только водители или пилоты, но они еще и механики. Они все делают своими руками, они ремонтируют машины, они готовят к старту. И у кого это хорошо сделано, у того и лучший результат. Музыка.
бухта юных моряков собрала ребят для демонстрации маневренности современного флота. Все модели выполнены мальчишками самостоятельно. Этот факт и приводит в восторг всех, кто стал свидетелем больших маневров. Лично старт. 3, 2, 1. Пуск! Взмоет ли ракета в небо или останется на земле? Это знают только ее создатели. К старту готовятся очень тщательно. Проверяются все мелочи. От них зависит успех полета. Ракета-моделирование – интереснейший вид спорта. Им может заняться тот, кто обладает главным качеством – терпением. Давно занимаешься этим видом спорта? Уже 4 года. Что больше всего ценишь в нем? Интерес и возможность вообще это как бы запустить ее, запустить ракету. То есть, как бы, не просто будет стоять на полочке, а она полетит, это кто-то увидит. Работа по созданию ракет очень кропотливая, но отдача от нее в двойном размере. Развивается логика, мышление, начинают дети по-другому мыслить, потом взрослеют, становятся уже, на жизнь смотрят открытыми другими глазами. В День независимости работала не одна творческая площадка. Их количество определялось интересами ребят. На аллее фантазий создавались неповторимые по своим задумкам проекты уголков Орленка. На летней эстраде лагеря «Солнечный» театральные коллективы смены «Волшебный мир сказки» проводили мастер-класс актерского мастерства для всех желающих. В то же время в детском лагере «Стремительный» состоялось открытие «Спортландии». В спортивных конкурсах участвовали мальчишки и девчонки за звание самого ловкого, быстрого и сильного. Этот праздничный день завершился для всех общелагерной дискотекой. Танцевали все, возрастных ограничений не существовало. Ты лежала, загорала на курорте, отдыхала и, наверное, мечтала. Ну и, конечно, какой праздник без салюта? Сказочный фейерверк стал красивым завершением этого насыщенного и значимого дня. С магией, с развитием научных знаний и технологий, современные медики могут вылечить мир от большинства болезней. Конечно, они не всесильные, но то, что для этих людей нам пришлось бы нелегко, спорить не приходится. Говорят, в медицине главным лекарством является сам врач. И это выражение трудно оспорить. Ни новые технологии, ни лекарственные препараты не заменят человеческого общения. Ведь порой ласковое слово врача воздействует куда более эффективно в борьбе с недугом. 15 июня обозначен в календаре как День медицинского работника. По этому поводу накануне состоялись чествования врачей Туапсинского района. Академии общественного признания были награждены медицинские работники разных областей. Наградой стал орден Гиппократа и диплом элиты здравоохранения. Ими были награждены Батизат Надежда, старший фельдшер скорой помощи, и Мария Константиновна Триголос, фельдшер 10-й школы поселка Новомихайловский. Это впервые в медицине такое награждение. И это незабываемое. Просто нет слов, вот столько благодарности за то, что вот удостоили такой чести. Медика Всероссийского детского центра «Орленок» от имени администрации центра поздравила Ирина Васильевна Романец. Особое внимание было уделено перспективам развития сферы здравоохранения в «Орленке». Особенность медиков центра в том, что каждый из них еще и педагог. Ведь работать приходится в основном с детьми. В своей профессии я больше всего ценю знания и умение оказать людям помощь. Вот, для того, чтобы все были здоровы дети, мы должны к ним относиться как к своим детям. С уважением, заботой и с лаской. Профессия должна доставлять внутреннее удовлетворение. Если это есть, если ты идешь на работу с удовольствием, я считаю, это самое главное. В детстве каждого из нас возникает момент, когда родители задумываются, а не отдать ли свое любимое чадо в музыкальную школу, а все потому, что вы случайно напели незатейливую мелодию. Этот вопрос возникает из года в год, ведь каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был самым талантливым и знаменитым, и каждый день радовал своими успехами. Известность приходит с годами. Опровергнуть это высказывание может Арслан Сайфи. Это имя знакомо многим любителям музыки. Арслан, в переводе с татарского «лев», занимается на скрипке.
В свои 11 лет он стал лауреатом многих международных конкурсов. Арслан уже поездил с гастролями по всей стране. Выступал в странах Европы – Германии, Чехии, Словакии, Финляндии. Выпустил 2 диска со своими концертами. Каждый день юный скрипач занимается по 8-10 часов. Арслан любит музыку Моцарта. Может, поэтому его часто называют этим именем. Скрипка, на которой играет Арслан, тоже знаменита. День, когда Арслан впервые увидел скрипку, он запомнил на всю жизнь. С тех пор мама Арслана оставила работу. Свою жизнь она посвятила творчеству сына. Говорит, что воспитывать гения... Музыка, которую исполняет Арслан, способна утолить жажду всем любителям классической музыки. Вот такие таланты отдыхают в Орленке. Не покидает уверенность, что может собственных платонов и быстрых разумов Нептунов российская земля рождать. Педагогический колледж Всероссийского детского центра «Орленок» создан в 1994 году. Он осуществляет подготовку социальных педагогов с дополнительной квалификацией в области психологии по очной и заочной форме обучения. В рамках внеучебной деятельности студенты проводят социально-педагогические акции по гражданскому и патриотическому воспитанию, профилактике вредных привычек, наркомании и СПИДа в подростковой и молодежной среде. В колледже работают клубы по интересам. Весьма успешным является участие студентов в КВН-движении. Коллектив колледжа принимает активное участие в различных конференциях, семинарах и конкурсах под эгидой Министерства образования, Департамента по молодежной политике, ЮНЕСКО и других организаций. В колледже продуктивно реализуется программа международных обменов социальных педагогов и работников разных стран. Только за последний год студенты и педагоги колледжа приняли участие в Международном конгрессе «Молодежь, наука, общество». Побывали на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве. Вышли в финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Заняли 1-е место в фестивале «Студенческая весна» на Кубани.
Выпускники колледжа могут работать в комитетах по делам молодежи, городских и районных администрациях, детских лагерях и оздоровительных центрах, детских общественных организациях и клубах по месту жительства, в учреждениях дополнительного образования и школах, в детских домах и социальных центрах. После окончания колледжа выпускник с целью получения высшего образования может продолжить обучение по сокращенной программе в филиале Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Мы получили лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования по следующим специальностям: государственное муниципальное управление, социальная педагогика, педагогика и психология, социально-культурный сервис и туризм, экономика и управление на предприятии рекреационной сферы. В перспективах нашего центра это открытие двух новых специальностей. Это психология и, скажем, такую малоизвестную специальность, это специалист по молодежной политике. Орленок выбран для колледжа и филиала университета не случайно. Благоприятные природно-климатические условия Черноморского побережья во многом способствуют физическому и духовному оздоровлению студентов. Стадион, плавательный бассейн, дом культуры и спорта, дом авиации и космонавтики, библиотека и социально-психологическая служба. К услугам студентов методическая библиотека и компьютерный класс, учебные аудитории для самостоятельной подготовки к занятиям, современное техническое оснащение. Мы можем смело утверждать, что во Всероссийском детском центре «Орленок» созданы самые лучшие условия для профессионального обучения специалистов различных категорий. Для заинтересованных учреждений и организаций педагогический колледж «Орленок» и филиал университета предлагают заключение целевых договоров по подготовке специалистов социальной и рекреационной сферы. Дополнительную информацию вы можете получить по адресу 352-842, Краснодарский край, Туапсинский район, Всероссийский детский центр «Орленок», корпус вожатых, педагогический колледж. Телефон факс 86-167-91-117. Адрес электронной почты center@tuapse.ru. Вы задумывались, сколько времени ваш ребенок проводит у экранов телевизоров? А что он смотрит? Покемонов, телепузиков и монстров. А все почему? Потому что качественных детских программ сейчас не хватает. С недавних пор появился человек, который все это может исправить. Воспитывать значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению. Чтобы такого не происходило, и существует дирекция детских программ. Именно общественным российском телевидении теперь занимается ведущий «Шпаргалки», а ныне директор детских программ Александр Школьник. Дирекция появилась ровно месяц назад. Просто когда погиб Серега Супонев, полтора года примерно назад, с тех пор на канале детские программы начали как-то растворяться и исчезать. И за полтора года исчезли практически все, но там единицы какие-то остались. Вот. И поэтому было принято решение руководством, гендиректором Константином Эрнстом решение ее возродить. Поэтому сейчас идет процесс возрождения. И в некоторых регионах вообще существуют без проблем детские программы на региональных каналах. На федеральном уровне проблема одна. Очень мало времени эфирного. Вот. Вообще его мало. 24 часа в сутки уже не хватает. И детские программы в связи с тем, что есть закон о рекламе, который запрещает размещать внутри детских программ рекламу, они не очень выгодны для вещателей. Поэтому отношение к ним, как, в общем-то, наверное, к программам второго порядка. Дирекция планирует тесное сотрудничество с региональными детскими студиями. Сейчас уже делаем некоторые шаги, то есть связываемся с редакциями региональными, где подростки делают свои новости, там какие-то публицистические программы. Они нам будут присылать сюжеты, мы так надеемся. И это будет такой очень интересный проект, которого не было еще. Александр Школьник поделился планами новой дирекции. Приоткрою, так сказать, момент, то, что в «Орленке» будет сниматься одна из серий этого проекта. Проект будет примерно, рассчитываем, что это 10-12 серий. Вот одна из серий будет первая сниматься в «Орленке» в июле месяце. Остается только надеяться, что в скором будущем телевидение будет помогать в воспитании и обучении наших детей. Я надеюсь, что все сдвинется
уже в ближайшем сезоне. Мультфильмы – неотъемлемая часть детства. Раньше их создавали только взрослые, и это был очень трудоемкий процесс. Теперь анимационные фильмы могут создавать и дети. Пятна? Это добрый мультик сделал подросток. С развитием компьютерных технологий количество аниматоров увеличилось. Теперь этим могут заниматься даже дети. Компьютерная анимация сейчас находится в очень интересной ситуации. Подрастает молодое поколение, которое очень интересуется компьютером. И сам самостоятельно приходит к этому виду искусства. Саша Тананов занимается в городском центре анимационного творчества. Живет в городе Ярославле. Анимация начала заниматься в 11 лет. Началось это все с кружка рисования, где преподаватель предложила мне записаться в школу анимации. У Саши уже две авторские работы. Последний мультфильм «Как ярославские коты спасали Ленинград» получил множество наград. Первая награда – это приз за лучшую режиссуру и за лучший фильм 300-летие Петербурга на фестивале «Петербургский экран 2003». Это первое место на фестивале любительского кино в Кирове. И это гран-при на международном фестивале. Саша говорит, что труднее всего сделать фильм интересным, чтобы ему было интересно смотреть, чтобы он был информативным, чтобы они снова, потому что интересный фильм никто не будет смотреть. Как правильно назвать, мультфильм или анимационное кино, спорят до сих пор. У Саши свое мнение. Пабло Пикассо сказал, каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Так что дерзайте, ребята, рисуйте больше, учитесь рисовать и, главное, творите. На этой неделе пятница совпала с числом 13. Для кого-то этот факт остался незамеченным, а кто-то всерьез задумался о мистике. Почему же люди так боятся этого дня? Существует поверье, что именно в этот день Ева вкусила запретный плод, а Каин убил Авеля. За границей в некоторых отелях нет 13 этажа, а в больницах 13 палаты. Психологи, в свою очередь, отмечают повышенную тревожность людей в такие дни. А может, не все так страшно? И суеверие всего лишь выдумка фабрики грез? Разобраться в столь сложном деле мы попытались в нашем следующем сюжете. Ведь когда еще представится возможность посмеяться над страшилками? А если серьезно, мы сами в силах сделать свою жизнь интересней. Приветствую тебя, друг мой. Ты любишь незнаемое, таинственное, необъяснимое. Потому-то ты и здесь. Есть мнение, что сочетание пятницы с числом 13 может принести несчастье. Многие люди в этот день предпочитают не выходить на улицу и не планируют никаких важных дел. Вообще, числу 13 издавна приписывают магические свойства. Многие связывают свои личные неприятности с этой датой. В то же время специалисты в области мистики говорят, что пятница 13-го всего лишь детище кинематографа. Вспомните сказки, которые мы все любили в детстве. В них всегда было место жутким происшествиям. Вместе со сказочными героями мы переживали опаснейшие приключения. Наверное, с тех пор в каждом из нас и сохранился интерес ко всему таинственному и пугающему. И те, кто создает экранные страшилки, успешно пользуются этой нашей слабостью. Недаром сюжеты для многих триллеров были заимствованы из сказок и легенд, которые мы с успехом рассказывали друг другу в детстве.
Про синий ноготь знаете? Конечно, кто же его не знает. А про красное пятно? Не, не знаю, давай. Раз приезжает семья в квартиру, смотрят, а на стене красное пятно. Чтобы не говорили о пятнице 13-го, на самом деле все не так страшно. Наоборот, многие рассматривают число 13 как весьма удачное. Пятница 13 для меня приносит удачу, и в этот день у меня все получается. Пятница 13 – это замечательный день. В принципе, это обычный день, но почему-то он веселый такой, радостный, хотя должен быть, наверное, наоборот. Везет немножко. А когда перебегает черная кошка дорогу, я стараюсь взяться за пуговицу и держаться, пока не перейду то место. А если нет пуговицы на одежде, то делаю так крестики, и тогда все получается. Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений. Да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.